Черноморец, ну, не старался атаковать, они сели в десятером возле своей штрафной, даже их нападающий возле штрафной сидел, и тяжело было вскрыть зоны, но хорошо, что все получилось, и сумели забить за счет пенальти. До 76-й минуты, правда, мяч просто не залетал в ворота. То есть, потому что они сели автобусом Черноморец, либо не фортуна у Шахтера, либо у нас не получалось добить все-таки. Не, были очень хорошие моменты, и у Мараеса хороший момент был, и в первом тайме один момент был, и у меня момент был. То есть, мне кажется, больше это не везение было, и то, что у соперника очень много игроков штрафной было, и успевали выносить мячи и, так сказать, отбиваться. Сегодня много людей пришли на футбол, поддерживали Черноморец, вы играли в этом клубе. Интересно играть против болельщиков, которые раньше вас поддерживали? Да, интересно, потому что когда я тут играл, я понял, что у черноморцев очень хорошие болельщики, и неважно, кто уходит и приходит в команду, они всегда поддерживают, и много людей ходят на стадион. Так что мне очень приятно было играть тут. Все-таки это любимые матчи против черноморца. Есть такое что-то доказать, может, бывшему клубу? Доказывать надо на каждой игре с каждой командой. А с черноморцем это просто приятные воспоминания еще дополнительные.